Так гласит священное Писание. Тот, кто умер, а потом воскрес, вновь придет в торжественном сиянии, окруженный славою небес. Это будет славное событие, величайший в жизни церкви мир. Он придет в небесные обители, взять земли искупленных своих. Этот день великий приближается, он придет в нетленной красоте, и небесной встречей увенчается подвиг Иисуса.